В одном из кинотеатров Сыктывкара презентовали выставку фотографий Афганистана. Это любительские работы, на которых изображены обычные жители и природная красота страны в мирное время. С экспозицией познакомился Антон Булаев. Все фото представлены в цвете и заряжены позитивом. На снимках радостные лица обычных жителей Афганистана. Такой страна выглядит в мирное время. По задумке организаторов, о войне ни кадра, разве только ее эхо. Война – это не обязательное условие существования человечества. Мы хотели бы показать, что Афганистан был и другим, он и остается другим. Любая страна заслуживает мира. Мы считаем, что решение о начале любого конфликта начинается на столах политиков и генералов. После презентации гостям показали фильм «Август 8-го». Желая как бы подчеркнуть, что и в современном мире никто не застрахован от трагедии войны. Вот он мир только что, минута до войны. А в фильме вот был мир, они ехали мирно в автобусе, разговаривали, и вдруг взрывы, и вдруг война. То же самое в Афганистане, то же самое на Кавказе. Эта экспозиция лишь часть передвижной выставки «Эхо Афгана». У ветеранов есть задумка, если найдутся деньги, выпустить фотоальбом. Антон Булаев, Евгений Ракин, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.